Окончив школу, человек должен сделать самый ответственный шаг в своей жизни – выбрать профессию. Профессия – это осознанно избранное русло, в которое ты будешь вкладывать много сил и времени. Очень важно, чтобы способности и черты характера соответствовали твоему виду деятельности. Есть интересное высказывание – найди то, что тебе нравится делать, и всю жизнь не работай. Из него следует, что работа, профессия и призвание должны быть одним и тем же, в противном случае ни одна из них не будет приносить ни радости, ни материального достатка. Что я хочу от своей будущей профессии? Конечно, чтобы она была творческой и развивающей, чтобы в процессе работы я общался со многими интересными людьми. Во-вторых, я должен обладать определенными знаниями и способностями, чтобы быть лучшим в выбранной профессии. В-третьих, то, что я буду делать, должно приносить пользу обществу, а не только мне. Несмотря на столь юный возраст, я уже определился своим жизненным путем. Мне очень нравится профессия врача. Безусловно, эта профессия требует большой базы знаний и умений, поэтому до своего первого клинического эксперимента предстоит много учиться и попробовать. Работа доктора объединяет в себе и критическое мышление, рациональность, и знания, и постоянное самосовершенствование. История твоей лечебной практики пополняется профессиональным опытом, и университетская теория затачивается клиническими случаями, давая возможность быстрее и точнее лечить то или иное заболевание. Еще одно очень важное преимущество этого вида деятельности – полезность и значимость для общества. Врачи спасают человеческие жизни, что превращает их работу в пожизненное призвание. Из-за этого люди в белых халатах несут ответственность перед человечеством. Если по каким-то причинам профессия врача так и останется для меня мечтой, я попробую себя в других сферах, например, в экономике. От экономиста зависит успешная работа предприятия или всего города. Еще очень много разных интересных профессий, но какая бы работа ни была, начинать придется с самого начала, постигая все с самых мелочей. Главное, творчески подходить к поставленной задаче и смело идти к поставленной цели, не пугаясь проблем и препятствий. Тогда работа будет приносить радость, самоутверждение и хорошую зарплату.